Итак, сейчас я покажу, как откорректировать фото, чтобы оно было красивым, можно было разместить в какой-нибудь соцсети. В данном случае это для соцсети Instagram. Размеры не знаю, меня вот попросили сделать картинку красивой. Image Adjustment Levels. Первым делом мы подвигаем, вот у нас есть черненькое заполнено. Вот мы подвигаем левый черный до начала нашей цветовой гаммы. Раз. Можем посмотреть, что было, что стало. Нажимаем ОК. Дальше идем Image Adjustments Shadow Highlights. И смотрим, чтобы картинка у нас более-менее была как бы объемной. Тени Shadows нам особо не надо корректировать. Нам надо подкорректировать Highlights. Highlights достаточно, думаю, так. Тон. Передвигаем ползунки, мы видим разницу. И радиус, чтобы оно было более выразительным. Готово. Middle tone, средний, но я бы, наверное, все-таки уменьшил. Да. Очень редко бывает, обычно увеличивается. Поэтому я для придания объема нашей картинки чуть-чуть уменьшу. Было, стало. Сейчас мы посмотрим на полную. Может, чуть-чуть белого убрать. По общему. Это слишком. Вот так, достаточно дурочку. Окей. Всегда советую сохранять как JPEG 9 качество. JPEG сохранить, да, 9 качество. Окей. Всем спасибо, задавайте вопросы, пишите комментарии. До новых встреч, подписывайтесь на канал. Пока.